ему должно было прийти. Помогите, кто может. У меня три течки, а за решеткой нас встречают три кобеля. Ну, час я тут потопчусь. А что мне потом делать? Пацаны вот осмелились совсем. Ну, красавцы, конечно. Ничего не скажешь. Квадратненькие. Отъелись. Наташа, хорошо. Мне от этого вообще не легче. Тут танцы такие же. Все пропало. Вот, пожалуйста, мышь прям... Прям посмотрите. Вот такие у нас дружеские отношения. Спасите, помогите. Если кто-то может как-то отогнать кобелей где-то через часик, буду безумно признательна, потому что я даже не представляю, как я буду с тремя суками течными отбиваться от трех кобелей. Вот не представляю. Вот разве что плюша их немножко погоняет.